Всем привет! Сегодня я вам покажу заказ из сайта, точнее, AliExpress. И я очень долго ждала эти две посылочки. Там у нас с вами находится пижама для зимы, для осени, в общем-то. То есть она достаточно теплая. Итак, но первое, что я вам хочу показать, это то, как китайцы, да, упаковывают товары. Хочу именно акцентировать ваше внимание, что вот в таких вот красивых пакетиках мне пришло нижнее белье. То есть здесь был, я даже, по-моему, сохранила вот именно такой вот пакетик, где, смотрите, все достаточно плотно упаковывается. И естественно, что эти пакетики были еще в пакетике, который вот здесь был виден цвет, в пакетике, который непосредственно пришел в заказе. То есть я просто хочу показать, что товары приходят иногда в очень-очень достаточно солидных упаковках, что не может не радовать. То есть это очень приятно, что продавец подумал именно вот о такой красивой упаковке. Но к этому товару данная упаковка никакого отношения не имеет. Камера у меня сейчас, ну, приближенная достаточно. Давайте сначала распакуем, посмотрим, а потом я уже покажу вид сверху, как это выглядит. Так, я даже не знаю, с какой стороны лучше открыть, чтобы случайно не задеть товар. И сейчас мы с вами посмотрим. Так, вскрываю. Может быть, сейчас не очень хорошо видно, но давайте так сделаем. Что-то камера как-то аж это фиксируется, не пойму. Как-то очень странно, ну ладно. Да, вот видите, я даже пакет порезала уже. Достаточно плотно все упаковано. Сейчас по-другому. Давайте посмотрим. Вот здесь так все выглядит. Сейчас мы с вами выложим. Я специально ждала эти два товара, чтобы показать вам их в одном видео. Итак, это у нас с вами пижама. Она пришла вот в таком вот пакете. Вы уже видите цвет. Это темные штанишки и белая кофточка. Магазин, наверное, назывался Чонгму. Я, честно, не знаю. Кто знает, может мне написать. Я, честно, я не в курсе. Обратите внимание, что здесь написано размер M. Так как на самом деле я ношу S-ку, но китайские размеры отличаются от наших. Ну и опять же, да, то, о чем мы с вами говорили. Я сейчас возьму, вот так вам покажу. Посмотрите, то есть здесь сам товар закрыт на вот такую вот кнопочку, замочек, который очень удобный. Сейчас мы с вами посмотрим. Я, скорее всего, сейчас достану, вот, чтобы было удобно смотреть. Сейчас, подождите. Так. Итак, закрыто было на такой вот замочек. Сейчас я все постараюсь достать, если у меня не упадет камера. Напоминаю, что это зимняя пижама. Она сделана из хлопка. И сейчас мы с вами ее повнимательнее рассмотрим. Так. Собственно говоря, там должно быть указано, да, из чего она состоит. Я вижу, что размер М-ка вполне идеально подходит на мой размер. То есть это, соответственно, S-ка, ну, российская S-ка. Что хочется сказать про материал. Очень эластичный, он тянется, очень приятный к телу. Цена этой пижамы была, по-моему, что-то в районе 1600 рублей, что-то такое. Ну, то есть, не бюджетная такая цена, но при этом меня вполне устраивает качество, очень достойное, мне очень оно понравилось. Давайте посмотрим, из чего здесь состоит.
А, 100% спандекс. Вот я здесь вижу, 100% спандекс. Очень приятный к телу материал. Я очень рада этой пижаме. Я вам ее покажу в полном размере. Сейчас мы с вами еще ознакомимся со штанишками, и я вам покажу полную размерную версию. Вот, по материалу штанишки тоже такой как бы спандекс. Может быть, отчасти кто-то скажет, что спандекс не годится для сна там или еще что-то, что, мол, типа спортивный костюм. Действительно, из таких материалов делают достаточно спортивные костюмчики, но меня, в общем-то, это устраивает. То есть это вот такой вот стиль домашний. Тут штанишки 3/4. Вот, ну, я сейчас, знаете, наверное, как сделаю. Я покажу вам, как это все выглядит. Тут, в общем-то, достаточно все качественно прошито. Что касается резиночки, она достаточно мягкая, плотная, то есть сползать они с вас не будут. Очень приятная такая вот пижамка. Вот, сейчас покажу вам ее в полном размере. Оставайтесь со мной. Итак, как я обещала, показываю вам полноразмерную версию пижамки, как она выглядит. Вот таким вот образом она выглядит. Кстати говоря, мне в подарок еще продавец положил вот такие вот носочки. Я только что их увидела, когда выкладывала, убирала упаковку. Вот. Ну, мы сейчас с вами тоже их откроем. Я люблю салатовый цвет, кстати говоря. Сейчас откроем, посмотрим. Вот такая вот пижамка. Я сейчас постараюсь отойти, потому что просто пришлось встать на кровати, чтобы вам показать полностью. Так, видны мои ножки. Сейчас, одну секунду. Вот так вот выглядит сама пижама. То есть, в принципе, она очень достаточно качественно сделана, качественный пошив. Там есть версия, варианта еще темный верх, то есть такой вот, как штанишки, и белый низ. Но меня устраивает именно вот такой вот вариант. Здесь специально пошито, что передняя часть короче, чем, соответственно, задняя часть. Но такой дизайн меня вполне устраивает. Так что вот такая вот пижамка. Сейчас покажу вам вторую. Ну и давайте посмотрим сами носочки. Если мне сейчас удастся их вам показать, открыть. Нет, придется, наверное, разрезать. Ну, в общем, сейчас покажу во втором видео. Итак, давайте посмотрим, что же прислал продавец в подарок нам носочки. Носочки вот такого вот плана. Sne by Cat Series. В общем, здесь нарисована вот такая вот кошечка. Носочки тянутся. Я люблю такие носочки. Я, кстати, их одеваю сейчас. Очень удобные под ботиночки, под какие-либо ботильончики такие полузимние. Так что носочки очумительные. Спасибо продавцу. Порадовал меня. Вот, ну и также здесь, видите, вот такая вот открыточка. Дорогой друг, это подарок для вас, мы надеемся. В общем, компания, кстати, называется April Time. Я помню точно, что we are April Time. То есть, кому интересен, магазин на сайте AliExpress April Time. Вот, можно посмотреть. Очень мне понравилась пижамка. Давайте посмотрим вторую пижаму. Она была от другого продавца. У меня сейчас садится батарея, но я постараюсь успеть вам показать. Так, с этой стороны у нас с вами застежка. Я прям чувствую здесь. Вот. Кстати говоря, когда-то я летом оформляла тоже заказы, и мне тоже, я недавно увидела, что у меня осталось тату, то есть вероятно, продавец, у которого я покупала купальник, вложил мне в подарок тату синие розы. Очень так красиво, креативно. Может быть, тоже покажу вам, как будет время. Давайте посмотрим второй заказ. Так, вот в пакете ничего нет здесь. Прям сразу я его убираю. И посмотрите, какой тоже пакетик достаточно качественно сделанный. Вот, здесь у нас тоже с вами такой достаточно плотный, интересный вариант. Размер, кстати говоря, здесь тоже М-ка. Пакет этот, кстати, очень удобный. Хочу обратить ваше внимание. Так, там что-то уже порезано. Посмотрите, какой интересный пакет с кенгуренком. Вот. Очень качественно упаковано, то есть мне нравится. Ну и давайте посмотрим, я сейчас разложу, и мы с вами посмотрим. Хочу обратить ваше внимание, что здесь есть такая вот бумага. Почему-то она порезана,
Но ладно, не сам факт. Посмотрите, как все это красиво упаковано. Это сделано в морском стиле. Хочу сразу обратить ваше внимание. Я такой стиль люблю. Вот. И давайте с вами посмотрим. Так, ну, собственно говоря, здесь есть надпись Travel Sea. Здесь у нас с вами какие-то, значит, размеры, тут информация. Я, правда, не знаю, как это все переводится, на каком, что там написано. Я не знаю, китайский язык. Вот. Здесь тоже нет информации по тому составу, но это хлопок, либо спандекс, потому что, если вы видите, он тоже тянется. Но очень качественно сделано, мне тоже нравится. Цвет, конечно, не такой прям белый, как было указано, он такой, наверное, немножко какой-то молочный оттенок уходит. И, соответственно, сами штанишки. Я сейчас вам покажу. В штанишках, кстати, есть кармашек. Штанишки такого, знаете, темно-синего цвета. Кажется, что он черный, но вот сейчас правильно цвет передает камера. Они темно-синие. Я сейчас также их пижаму разложу полностью и покажу вам, как это все выглядит. Оставайтесь со мной. Итак, как я вам обещала, показываю эту пижамку полностью. На одной из рукавов есть якорь, на другой стороне нет ничего. Надпись Travel by Sea. Позади тоже никаких знаков нет на футболке, она просто беленькая. И вот такие вот штанишки. Засветились мои ножки. Ну ладно. Вот такие вот штанишки, вот такая вот, соответственно, пижамка. Мне она очень нравится по качеству. Стоила она также где-то в районе 1700 рублей. Но я считаю, что это очень достойный вариант. Очень качественный пошив. Вот, так что мне очень понравилось. Вот, вот такие вот были покупочки из магазина AliExpress. Кто еще не знает, как вернуть кэшбэк, под этим видео будет ссылочка на сайт Smarty Sale, где вы можете купить в магазине AliExpress и получить 3% кэшбэк на ваш личный счет. Либо на любой из выбранных вариантов, соответственно, который вы выберете. Вот еще хотела сказать про этого продавца, что он мне ничего не положил в подарок, но спасибо, что прислал достойный, качественный товар. Мне очень понравился, кстати, это размер тоже М-ка. Ну что ж, всем отличных выходных, всем пока-пока!